Так, ребята, смотрите. Подожди, подожди, сейчас я расправлю платьице, чтобы не выглядело, как будто жирное. Тут нет живота и складок, знаешь. Это у меня нет живота и складок, и пусть висит. Пусть кажется, что он есть, потому что в моем возрасте он уже должен быть. У всех наших коллег есть живот, кроме меня. Я бы задумалась. Вот. Что-то они делают не так. А мне кажется, так. Есть некоторые делают. Коллеги, которые вот прям вот выглядят немножко беременными, а некоторые и сильно. Привет, друзья, те самые снова с вами. У нас второй подкаст. Мы крутые, у нас второй подкаст. Это так радостно. Да. Мы сами кайфуем от того, что делаем. Надеюсь, вы тоже. Наслаждайтесь, потому что прямо сейчас мы будем ныть. Мы будем... как ныть? Слушайте, во-первых, давай начнем с хорошего. Очень близко Новый год. Все ближе, ближе, ближе. Вот мы уже повесили себе гирлянды. Ориентировочно 15 декабря на календаре. Но это относительно, плюс-минус. Успеем мы смонтировать или мы не успеем. Но мы поставили 15 декабря как дедлайн. Мало ли, мы люди творческие, скажем, что это просто... Мы можем нарушить. Да, что-то просто вот сова. Так, смотрите, все мы привыкли, что перед Новым годом нагнетается атмосфера, что звучат новогодние песни, горят гирлянды уже, город становится красивее, торговые центры просто превращаются в фабрику Деда Мороза, заходишь там просто... Я вот... это люблю, если честно, вот это все прям моя тема. Да, но... Подожди, я пока уберу список того, что мне не нравится. А, ты хочешь пока о хорошем поговорить? Пока он не нужен. Давай, сделай так. У меня так просто же. В качестве списка будет старый телефон, и я не готов это сделать. Я хочу узнать, да. Надежда, скажи мне, пожалуйста, а если мы с тобой записываем второй подкаст, то почему у тебя появились новые цацки, а у меня новые цацки нет? Я, конечно, не готов отрабатывать, но я хочу, чтобы у меня где-то висело. Я ношу браслеты, в конце концов. Еще пару лет и будет висеть. Самое приятное, что это в подкаст не попадет, потому что ты решишь, что это слишком пошло, что ты слишком пошла, вот. Но для нарезочки на будущее это останется. Ну я в анонс спущу, не переживай. Кого? Кого ты в анонс спустишь? Тебя пусти, собака бешеная, куда вообще разговор пошли? В анонс она меня пустит. Главное, не в тариф. Я не могу работать. Мне жарко, я потею, у меня лампа лупит. Зато она лупит. Вот видите, у нас свет стоит. Мы как решили, чтобы Надя была хорошо высвечена? Потому что у нее грим и хайлайтер. А я, значит, воспользовался тональным кремом, называется какой-то... Это BB-крем от бабушки Агафьи. Так, мы о чем решили поговорить в этом подкасте? О том, друзья, что нас раздражает. Вот есть такие вещи, мы каждый день с ними сталкиваемся, да? И вот прям бесит. Мы решили поныть. Друг дружке. Потому что мы любим поныть. Да, давай, мы любим поныть, потому что человечество вообще, в принципе, оно как бы создавалось, чтобы поныть. Потом ведь легче становится немножко, согласись. Чтобы вы понимали степень нашей подготовленности, мы с Димкой даже составили список того, что... Да, сейчас я вернусь. Список. Сейчас Надя вернется, я пока что... Да, но я же его не вписал. Ну, короче, идиот. Ну, ладно. Смотрите. Сейчас самое главное. Вот, я нашел. Я готов. Значит, первое, что меня в последнее время стало раздражать... Именно в последнее время. А, ты знаешь, раньше я как-то был спокойнее и не обращал внимания на такие вещи. Это связано с общественным транспортом. Угу. Когда ты... Выходишь. Надо за него платить. Да, во-первых. Да, раньше как-то ты был студентом, а можно я зайчиком, а можно я там еще что-то, а вот у меня студенческий. Тебя ловили когда-нибудь? Я всегда платил. Я был вот тем самым жутким задротом. Это не ругательное слово, кстати. Я был вот тем задротом, который всегда платил. Я не мог вот как-то обмануть человека. Вот не знаю. Я помню, я постоянно забывала свой проездной на автобус там или еще куда-то. И мы с сестрой, она всегда свой держала при себе. Мы менялись ими. То есть заходит она, там, если кондуктор показывает проездной школьника, потом каким-то макаром передает это все дело мне. Ну, вот ну под партой. В автобусе, да? Ведь парты. Конечно, но все же берут с собой парту. В автобусе я уже показываю. Неважно, что мы немножко не похожи, и фотографии, собственно, об этом говорят, но как-то прокатывало. А ты что про транспорт-то начал? Что тебя в нем бесит? Я хотел про транспорт. Смотрите, люди, которые выходят с эскалатора, неважно, вниз ли, вверх ли, и останавливаются.
Они стоят и начинают это смотреть, вот это вот, плевать, что сзади идут люди, что ты идешь, спотыкаешься через эти движущиеся ступеньки и так далее. Вот это раздражает. И самое главное, у нас возле работы, Октябрьское поле, возле твоего дома, ты там живешь. А, у тебя сейчас новое метро, поздравляю, твоя Спасибо. Квартира стала дороже. Намного. Да? Прям выросла mm-hmm. сильно? У нас еще дом попал под не реновацию, а под капремонт. Я и видел, прям слушай, я сегодня меня... заметил, Никакой я сегодня еду мимо стал. Твоего дома, думаю, нифига себе, он светленький с такими желтыми да, этими да. самыми. А я на это все стильно. Смотрю. И думаю, растет в цене. Растет в цене, да? Да, очень хорошо. Смотри, у нас в метро Октябрьское поле очень тугие двери стеклянные. Очень тугие. Mm. Ты заходишь, их вот прям нужно силой открывать. Естественно, если я иду... какая-то физическая нагрузка да. за день для тебя. Хорошо, но я ее придерживаю, чтобы сзади, не дай бог, человека не стукнуло, не бросит. Не вылетел. Я, естественно, передаю ему дверь. Огромное количество людей сейчас, я думал, молодежь, нифига подобного, молодежь сейчас стала придерживать двери. Это делают где-то, ну вот твои ровесники, там вот 30 плюс, вот тридцатничек, она просто дверь толкнула и пошла. Неважно, кого там шибануло, кого не шибануло. И вот хочется сказать, девочка, ну а если тебе, я раз видел, я раз бабушку ловил, шла бабушка. Бабушку такой, ловил. Абсолютно божий такой одуванчик. Да. И вот дверь летит назад, и я вдруг понимаю, что сейчас эта бабушка влетит в меня, а самое главное, что ей просто разобьет лицо и всю ее сшибет нафиг, я еле успел эту дверь тормознуть. Вот. И таких людей очень много. Это бесит. Это вот бесит. Ну и последнее, что касается транспорта, хотя на самом деле, да нет, еще две вещи. Хочешь рассказать? Давай. Смотри, это не потому, что я старый, это не потому, что я злой, это не потому, что я ненавижу молодежь. Я очень люблю молодежь. Молодежь – это моложе тебя. Угу. Ты зрелая. Есть такая молодежь, которая еще познает границы своей сексуальности. Это очень важно, она только познает. И вот они границы дозволенности, и они начинают нелепо, неумело целоваться в метро. Короче, они как-то делают очень странно, очень плямкая. Он не умеет, он пытается как-то заглотить ее лицо, понимаешь? Она в это время Сосать что-то там лицо? Как-то... Он прям вот как-то он ее заглатывает, он как будто горло пытается надеть ей на рот, понимаешь? Вот так в фильме «Чужой» вот этот вот просто штука. Послушай. А она в это время еще пытается как-то томно закатить глаза, чтобы он видел, параллельно следя, как их пасут люди вокруг. Это настолько убого. Это какой-то, знаешь, вот какой-то целующийся кадавр. А прям может вот... быть, ты так давно не целуешься? Целовался, что забыл, Нет, как я надо. Я видел, как красиво целуются взрослые люди в метро. Это очень мило, это красиво. Да, это поцелуй в губы. Да, он может быть без языка, но это красиво. Это элегантно. А это просто поедание человека человеком. Это эротический каннибализм. Что ты делаешь таким, извините, пожалуйста, ребяточки, неправильно? После этого так. каждый раз стираю рюкзак. Ты еще что-то хотел добавить по общественному транспорту? Разговор по телефону, по видеосвязи. Громко, спокойно. А вот смотрите, ой, я еду, смотри, вот я еду в столичном метро, я вот это вот все показал, вот это вот все. Громко, плевать, что люди все слышат. Понятно, что это на иностранном языке идет, ну, для нас, но это очень странно, это неприятно. И в последнее время, кстати, уже участились случаи, они просто смотрят там соцсети, ТикТок, еще что-то, это все вот листается. Вот тоже пошли, ну, вот пошла такая волна, это немножко, конечно, напрягает, поскольку это влезает в личное пространство. Вот. Мне нечего добавить по общественному транспорту, потому что я им не пользуюсь. Отлично, поговорили. Это подкаст на тему «Меня это бесит». Давайте перейдем к Надиной теперь вариантам. Следующей теме. Я совсем недавно призналась себе, что я ненавижу зиму. До этого момента я пыталась убедить себя, что нет у природы плохой погоды, что все это прекрасно, что снег идет и минус 10 – это здорово. Но с годами я перестала себя обманывать. Откуда это я пошло? Я мерзну, да? Откуда это пошло? Смотри, я во-первых, я не люблю одеваться. Все мы это знаем. Это все знают. Да, это уже факт. А зимой? Ну, как факт. А зимой приходится одевать много на себя. И вот это когда ты надел дубленку сверху, у тебя там свитер перекрутился, ты весь идешь в общественном транспорте, ну и в твоем случае, ты там вспотел. Вот эта шапка, потом вот этот след остается. Или все чешется у тебя потом. Ну, мне просто так с шапками. Стефанова, давай так. Сейчас на улице зима. Все, что на тебе было надето, это вот это и сверху курточка. Ну, я потому что на машине могу себе позволить, а с годами у меня появились дети. И с годами появились дети. Вот как они заводятся, с годами, да? Ты немножечко подожди. Да, я понял. У тебя с годами тоже появились. Скоро я созрею, понимаешь, где-то отпочкуются, так. Вот, и прогулки с детьми два раза в день по несколько часов, и ты там, поверь мне, ты бы меня не узнал. Я не то, что на снеговика похожа, надеваю на себя всю одежду, которая у меня есть в доме, и я все равно мерзну.
Я просто сейчас думаю, как тебе с этим помочь. Ну, во-первых, смотри, можно не ходить гулять, можно выставить детей на балкон. Они замерзли, зашли, отогрелись. Типа опять выставить их на балкон. Свежим воздухом, конечно, да? Открыла. Вот так можно делать. А сама в это время сиди себе спокойно, ну там накинь что-нибудь легенькое. Да. Либо в пледик выйди, завернись, чашечкой кофе. Дети на балконе. Рядом никто не. И самое главное, что нет никакой заразы. На твоем балконе никто не заразит твоих детей соплями. Меня многие родители сейчас поймут, потому что прогулки с детьми действительно занимают очень много времени, если вы ответственный, ответственный родитель. Люблю, когда хорошая погода. Ну, правда, не люблю. Все любят, когда хорошая погода. Не люблю я мерзнуть. Я не вот этот вот романтик, который там дождь, пойдем бегать, подождем, Димка, это так прекрасно. Мы все промокнем, тушь будет течь у меня по щекам. Я так обычно говорю. Да, ребята, пойдемте гулять, тушь будет течь у меня по щекам. Люблю я это дело. Скажи, пожалуйста, если на улице идет град, дождь и минус 30, они могут... останетесь дома? Нет, понимаешь, они могут захотеть, и да. Я здесь уже не подвластна. Две собаки, и они не то что могут захотеть, они просто хотят. И ты выходишь с ними, неважно, 6 утра, ты встал, проснулся, больной, бухой, у тебя там температура 40, когда вот был, ну вот все, 40 температура, все, а собаки хотят гулять. И ты идешь с ними, и все нормально. И точно так же зимой закутываешься весь, как этот сам. Ну да, прогулка не час, не два, хотя положено. Вот, собаки тоже не дуры. Это та причина, одна из причин, по которой я не хочу заводить домашнее животное. Собаку имеется в виду. Почему? Которую нужно гулять? Потому что это будет мой третий ребенок. Я точно абсолютно знаю. Сейчас абсолютно. У меня в семье просят все собаку. Я единственная, кто против, потому что я понимаю, что вся ответственность ляжет на меня. Абсолютно. Это мне будет нужно вставать. Я не знаю, во сколько там собаки просыпаются. В 7 утра, 8. Нет, во сколько ты встанешь, они во столько и станут. Как ты выработаешь? Собака легко взрослая собака легко подстраивается под... Ну, не легко, она как бы переходит в твой график. Если я, допустим, мне рано поехать нужно на работу, я их раньше выгуливаю, все нормально. Вечером они терпят. Если я просыпаюсь позже, они терпят, и мы идем. Но опять-таки, я всегда думал, знаешь, такое сказать, вот у меня две собаки дома. Вообще не думал, что их будет две. Ну, так вышло. Я всегда думал сказать, да ну что вы, это собака, это так классно, это так хорошо и тому подобное. А потом я понял, что, ты ограничен в поездках. Да, никто не захочет, особенно никто твоих лошадей-то брать. Вечеринки. Я не могу загулять, если у меня дома никого. Это значит, что у меня никакого концерта, там, театра и все прочее. Я должен заранее подумать, потому что, ну, там, ладно, ребенок, няня и все прочее, собаку опять никто не будет выгуливать. То есть вот эти тоже ограничения. Ну, то есть все время нужно кого-то просить, а пожалуйста, выгулите. А если некого, а если собака еще не пойдет, и поэтому, ты знаешь, я никогда не думал, что я такую скажу фразу, но ты абсолютно права. Если ты не готов, именно ты не готова завести собаку, не надо этого делать. Это будет тяжело. Тебе будет тяжело, поэтому вот. Собака должна прийти туда, когда уже люди готовы, когда и дети выросли, и можно заставить сына пойти погулять или дочь погулять с собакой, ну, в приказном порядке сказать. Вот вы хотели, встала, пошла, понимаешь? Коль уж мы перешли с тобой к теме собак и животных, это еще один пункт, который мне значится в моем списке. Давай поговорим об этом. Давай. Это важно. Я ненавижу, когда не убирают за своими домашними питомцами. Абсолютно. Я стала немножечко чокнутой в этом вопросе, если честно. Мне кажется, у меня вот прям кукушка поехала в этом направлении, потому что я стала подходить к владельцам животных совершенно с разными просьбами, комментариями. Так, давай. Значит, если убирают за собакой, и я это вижу, я не обламываюсь и зачем-то подхожу к этим людям и благодарю их за это. Потому что таких очень мало, и мне таким образом хочется подчеркнуть, какие они молодцы. И что они делают важное дело. Ну, если вдруг закрадется мысль не убирать, они вспомнят меня и такие, да, надо. Это да. Кому я еще подхожу? К тем людям, которые не убирают. Не так, чтобы, вот ты думаешь, как я подхожу, такая с ноги, так открываю дверь, если она есть. Ну, ты можешь, мне кажется. Могу, но не так. Нет, я спрашиваю, здравствуйте. Ваша собака сделала огромную кучу, больше, чем человеческая. Уж извините за подробности. Почему вы не убираете за ней? Может быть, вы забыли пакетик? Могу одолжить. То есть ты вот так даже делаешь? Это хороший ход. Какая ты... Мне очень хочется, чтобы у нас был чистый двор, потому что, честно, я устала отмывать детскую обувь, а порой и свою, от вот этого всего. Потому что мы гуляем, детская площадка, зеленый островок, на который не ступить. И очень часто, кстати, я стала обращать внимание, что родители, у которых дети гуляют на площадке, за собаками, за своими же не убирают. Это странно для меня. Вам же самим потом отмывать их обувь, а может и одежду, а может и не отмоете. А может и не отмоете, а может быть еще и
заразу подцепите какую-нибудь. Так вот, однажды я услышала такой комментарий. Я не вижу, чтобы остальные убирали, поэтому я этого делать не буду. И вообще, это компетенция дворников. Это они должны убирать за домашними животными. Ну вот, нет. Смотри, нет. Но вот опять-таки, вот я на самом деле не знаю, как это в законодательном плане, но у нас должны быть сделаны именно площадки поэтому... для выгула. Да, и у нас их очень много в районе. Прям собак, площадок прям для очень, выгула собак? Прям очень много. Тогда это свинство. Тогда это свинство, понимаешь? Потому что у нас, допустим, их нет. Вот, ну, не так, чтобы эти площадки возле каждого дома, угу. Но если ты пройдешь там 100 метров, 200 метров, то ты до нее дойдешь. То есть, с чем я столкнулась? Детский садик моего ребенка. Вокруг пятиэтажки. Угу. Ну, а в пятиэтажках так уж повелось, что очень часто живет взрослое поколение. Ну, пенсионеры. Да. Вот дорога вокруг садика, вот такой квадрат, да, из дороги, засран настолько, что это вот как минное поле, ты боишься ступить, понимаешь? И, как правило, вступаешь, потому что вот, особенно ну вот дети. Все. И, как правило, я смотрю, а это взрослые бабушки там, и дедушки, мужчины и женщины уже там 50-60 лет, которые не убирают. И очень странно подходить и делать замечания вот такому взрослому осознанному человеку, потому что он именно осознанно не убирает, он не хочет этого делать. И я засняла это все, выложила у себя где-то там в социальных сетях, на что мне люди написали: «Да это еще немного, у нас намного больше». Ну, смотри... Это же ужасная просто реакция. Я согласен. Я согласен, но у нас к очень многому народ привыкает, и это вполне нормально. Понимаешь, они считают, ну, хуже не стало, значит, уже хорошо. Вот это вот, к сожалению, сейчас становится нашим менталитетом, вот нашим мышлением и нашим пониманием. Ну, вот мы как-то дожили до Нового года, но у нас долгов больше не стало, уже хорошо. Это вот правда, мы сейчас так вот живем. Ну, вот такое сейчас время, знаете, к сожалению. Боже мой, сколько времени мы уделили уже какашку. Да, ужасно просто, я прям поражаюсь. Ты сейчас, секундочку, подожди, я тайминг гляну просто на своем старом телефоне. У нас осталось с тобой 22 минуты 56 секунд. А нас что потом? Только тем коснуться. Все взорвется? Да, а потом ты станешь тыквой на денька, цвет уже подходит. Итак. Так вот, я в любом случае хочу сейчас отправить призыв всем тем, кто смотрит нас. Да, пожалуйста. Вы на 100% это делаете, ребят. Мы даже не сомневаемся в этом. Дим так делает, да, Димка? Покажи, да. Где у тебя? У него пакетик всегда с собой. Он на ошейнике у Джемы. А у тебя и большой, и маленький, и большой. Большой это для кого? Для тебя? Да, большой для меня, Наденька. Я хожу и часто хожусь, понимаешь? Я как вижу, как мои собаки гадят, и тоже сажусь и хожу. Ну, как-то у нас это все синхронизировалось. Все, хватит про какашки. Слава богу, отлично, отлично, спасибо. Но это был порыв души, мне надо было высказаться. Я согласен, Наденька, надо было. Мы для этого сделали сегодня подкаст. Мы вообще ради этого и работали вместе 4,5 года и сделали этот подкаст, чтобы обсудить тему какашек, понимаете? Давай еще, знаешь, о чем поговорим? Вот что еще раздражает меня в последнее время стали раздражать продавцы и кассиры в магазинах. Эконом-класса. Я не хожу в премиум-элит-класс. Я хожу в магазин у дома. Это чаще всего вот эта вот циферка и все прочее. Либо который еще ближе, который из двух цветов состоит. Да? И вот когда ты говоришь, ну, к примеру, кстати, курение – это плохо. Это правда плохо. Я искренне говорю. Я без шуток. Вот прям зуб даю, который ремонтированный, а значит ценный, очень дорогой, что я хочу бросить курить, потому что это зараза жуткая. И вот ты приходишь, к примеру, брать сигареты, опять-таки, курение – это плохо. И говоришь, вот мне вот такие-то. А это какие? Я говорю, ну, как бы вот такие. Я вам что, знать их должна? Я говорю, ну, как бы да. Вы работаете в магазине, который продает именно эту. Это ваш ассортимент, это ваши знания. Нельзя прийти к врачу и сказать, вот, знаете, он говорит, ну, а я уже знать должен, что у вас там болит. Вы как-то должны знать. Это как бы ваш ассортимент. Вот это меня немножко раздражает. И вот эти вот грустные, печальные кассирши, знаешь, вот, у меня плохое настроение, она стоит и швыряет. Я один раз сделал замечание, сказал, говорю, вы знаете, слушайте, я тоже устал. А мы что-то с тобой тогда и отработали какой-то корпоратив, и что-то еще, и уставшие какие-то были, и какой-то день был, и что-то перлись, какие-то пробки, ну, вот уж просто вот все. Вот. И ты стоишь такой, ну, я ж, ну, я всегда здороваюсь с кассиршами, это вот прям вот здравствуйте, обязательная вещь, это как-то выработано. Это... И вот она сидит такая, говорит, слушайте, девушка, говорю, ну вот, вот вы сейчас берете, швыряете мои чипсы, мои яйца, ну, берет клоток яиц, бык, об этот самый. Она говорит, я что, всем должна тут брать улыбаться? Говорю, слушайте, ну если вы не выдерживаете, ну может быть вам сменить работу?
Значит, это не ваше. Значит, вас что-то ждет лучше, где вы будете чувствовать себя хорошо, где вы сможете улыбаться, где вы сможете себя контролировать. То есть ты это все реально ей сказал? Я ей сказал это, потому что я сам работал в сфере услуг, я работал официантом и поваром, и как бы мне плохо не было, как бы клиент не хамил, я прекрасно понимал, что я в данном случае обслуживающий персонал, и мое дело сделать так, чтобы он остался доволен, и он пришел к нам еще раз. И я это делал, это моя работа. Это моя работа. Я считаю, что ну, если я сейчас ее выполняю, я должен делать ее хорошо. Я должен быть лучшим официантом в своем кафе. Я там должен быть лучшим поваром в своем кафе. Вот. Поэтому, да, вот это меня тоже немножко стало раздражать, что приходя, ну, не знаю, там, в магазин или куда-то еще, ты должен еще как бы пояснять, как бы, ну, это ваша работа. Садись! Надя, иди в кадр, Надя! Надя, я хочу рассказать тебе, что очень сильно раздражает. Иди сюда. Раздражает очень сильно, когда ты сидишь уже работаешь на камеру, на крупный план, на общий план, на Надин план, а Нади в кадре нет. Ты думаешь, зачем ты это, Надя, сделала? Надя, как твою, ты относишься? Твою будем тему опять. Ну, то есть мы сейчас уже поговорили, то есть ты планируешь не по очереди жаловаться, да? Хорошо, пожалуйста, давайте мы выслушаем вашу же. Гражданка Епифанова, мы готовы выслушать ваши претензии. А как ты относишься к мероприятиям, куда тебя приглашают не работать, а отдыхать? Я недавно, чтобы ты понимал, поймала себя на мысли, что я ненавижу ходить на корпоративы, на свадьбы, в караоке. Караоке особенно, я вообще не понимаю эту историю. Вот, потому что я там все оцениваю, вот с профессиональной точки зрения. И этот ведущий вот какой-то вот он не такой, и одет и не так, и говорит не так, и голос у него нет. Так этот конкурс, господи, ему уже 150 тысяч лет, зачем ты его делаешь? Хреново быть, это да, даже, профессионалом? Это даже стыдно как-то, вот этот танец с бровями, господи, у меня до сих пор травма из-за того, что я в этом танец участвовала. Танец с бровями? Ты в этом участвовала? Меня очень попросили друзья. Ага. Я была вынуждена. И это, у меня психологическая травма из-за того, что я участвовала в этом отстой. Понимаешь? Ну. Вот, поэтому... У нас хорошие конкурсы, молодежные. Работаем и вместе, и по отдельности. Я считаю, что это профессиональная деформация, потому что ты не можешь расслабиться, ты стараешься все контролировать, тебе многое не нравится, ты не можешь это исправить, и в итоге ты вообще не расслаблен и не получаешь удовольствия. У тебя нет такого? Я сейчас просто представил, как же тяжело гинекологу смотреть порнофильмы. Ну, я слышала, что да, там не расслабляются, очень, очень жесткое тоже. Мне кажется, так в любой сфере идет профдеформация. Режиссеры, актеры не могут ходить и смотреть кино, потому что оценивают работу. Я, слушая поэзию, там еще что-то, радиоэфиры других радиостанций, ты сидишь и слышишь. Ты вот слышишь, как мальчик там где-то, вот он сделал паузу, а потом сделал вот такой слог, а потом думаешь, ага, все, он натягивает время, чтобы у тебя закрыло ДТМФ кодом, и все это дык-дык-дык, и вышло все тютелька в тютельку. Всем эти, конечно, это профдеформация есть, конечно. Но я вот терпеть не могу, потому что по факту вот я не могу отдыхать, как все остальные люди. Иногда нужно отпустить вожжи, сплюнуть у дела, отпустить вожжи, сплюнуть у дела. Сейчас прям сплюну, а то я думаю, что-то мешается мне, у дела. Мне кажется, что нужно расслабляться, иногда выключать мозг. Нужно иногда дать себе возможность побыть непрофессионалом в чем-то. Просто посмотреть под другим углом, понимаешь? Ну, оценить салат. Оценить еще что-то. Кстати, с тобой, конечно, вот тоже просто, ребята, знаете, что бесило в общении с Надеждой Константиновной, когда мы там вели какие-то мероприятия, или были даже корпоративы там и все прочее, когда, естественно, тебя кормят, боже, этот салат, я не буду, боже, что это, как это, и начинается, ты сидишь, думаешь, господи, перестань ты просто препарировать салат, это просто руккола и кусок куриной грудки. Послушай, у нас был с тобой один единственный случай, когда я полностью отказалась от еды, когда была очень голодная. Хотя я ходила и требовала, пожалуйста, покормите ведущих, дайте есть. Мы не ели весь день реально, да, с самого голодными. Утра. Мы были очень голодные. Потому что был эфир, потом долгая поездка за город. Да. И, да. И в итоге принесли все очень невкусно. Я из тех людей... Нормально, съел все хорошо. Неправда. Ну, ты съел все хорошо, но ты не сказал, что это было вкусно. Тебе просто хотелось есть, поэтому ты это... вложил в себя, назовем это так, чтобы у тебя поступила энергия. Я мужик, я съел. Я тот неприятный человек, который не будет есть, если ему невкусно. Извините, даже если это в гостях, даже если это готовили, не знаю, если готовила мама. Не любит тебя свекровь, да? А у меня свекровь меня просто обожает. И она мне готовит специально, я ее научила, специальные паровые котлетки, потому что я люблю именно такие. Она всем жарит, а мне, любимые, кто я ей?
невесточке. Не знаю, сволочь. Просто зараза, съела бы две котлеты. Она делает на пару. Вот, поэтому те, кто знает мои особенности, вот в том, что я привереда в еде. Я привереда, я этого не стесняюсь. А мое тело, мой храм... Сказала мне Надежда Константиновна, я не хочу, чтобы туда попадала, ну, как-то невкусная еда. Да, Ширак, не знаю, простите, не на правах рекламы. Я сейчас чувствую себя как-то неловко. Ты меня стыдишь или восхищаешься? Я пытаюсь понять, это же другое мышление, понимаешь? Совершенно. Совсем другое мышление, да. Смотри. Пельмешки. Я толстая. Пельмешки – это очень вкусные. Я это очень люблю. Если бы нам принесли пельмешки хорошие, тепленькие, а не остывшую, холодную, неприятную, несоленую курицу, то, как бы, возможно, я бы это и съела. Я не из тех людей, которым, если не вкусно, они будут есть. Почему Надя не делится едой? Очень а ты откуда редко. Это знаешь? Я знаю, потому что я с думала, тобой работал. Я думала, тебя это не коснулось. И когда ты... Нет, меня коснулось, потому что я сижу, она сидит, поедает. Значит, пастилу сворачивает домашнюю, пастилу рулонами. Она говорит, ой, хочешь, вот тут какая-то осталась, а я ее вот не люблю, сливовая. Сливовая. Это моя любимая. Неважно, я не помню там точно, потому что я был в шоке. Я все закапал слюной, и все такое. Она прям реально рулоны сворачивает, хрусть даю в рот. Это кто готовит, мама или свекровь? Это свекровь. Свекровь, вот. Очень ее люблю за это. Привет, как ее зовут, скажи, пожалуйста. Александра Григорьевна. Александра Григорьевна, большой вам привет. Вы знаете, я попробовал вашу пастилу. Я смог, когда Надя ушла, я втихаря оставляла пакет, я прям вот оторвал себе полосочку, она очень вкусная. Спасибо вам. У меня всегда определенная порция, которую я хочу съесть. Угу. И если у меня кто-то забирает, я чувствую себя несчастной. Поэтому я не делюсь едой, это правда. Если ко мне, чтоб ты понимал, это не то, чтобы распространялось именно на тебя. Нет, я понимаю, а орехами ты и делилась. Ой, фу, миндаль невкусный, ешь, знаешь, хочешь? Ой, смотри, мне тут дали конфетку, будешь, буду. Ну и как, вкусно, а то я как бы не решилась попробовать. Да, я помню эти эксперименты. Я помню левомицетин, который у меня появился в сумке после этих экспериментов. Ну, неважно. Скажи мне, пожалуйста. Подожди, я не могу даже. Нет, чтобы ты понимала, это действительно не то, чтобы я жаден. Ну, конечно. Но это определенная порция. Если я съем меньше... Надя, ты же понимаешь, что я могу столько рассказать о тебе... Я думала... И о еде... Все, перейдем к следующему пункту. Да, это просто подкаст откровений. Я даже не знала, если честно, что это звучит все так странно. Но в моей голове это звучит нормально. Но из твоих уст я выгляжу каким-то монстром. Ну, почему? Ну, да. Коль уж мы коснулись темы еды, я в последнее время стала ловить себя на мысли в последние лет так 7. Что ненавижу готовить. Вот я раньше так любила, знаешь, вот что-нибудь такое изысканное, какое-нибудь, так, чтобы поиграть в ресторан, назовем это так. А можно я сейчас, как бы, предположу, с чем это связано? Давай. Ну, вряд ли ты угадаешь. Да, сыну, сколько будет в ближайшее время? Семерка, да? Лёвке семерка будет? Это так. Ну, что тут такого сложного? Ну, вот, ну, что этот Наполеон печь? Ты быстренько вот этот крем сварила, вот это, еще это сделала. Ну, это обычно ты мне это говоришь. Ну, что там сидеть под шубой? Ну, это же элементарно. Ты посиди, эти кости повытаскивай. Согласен. Потрать на это пол своей жизни. Согласен. И вот тут Надя права. Другой бы сказал, Надя, ну ты что, мы живем в 21 веке. Берешь вот эту филешечку уже. Нет, ребята, ни в коем случае, вы что, обалдели? Берешь селедку, потому что там какой-то химикатами, чтобы кости растворить. Нафиг надо, вы что? Да, вот самое хреновое, да, конечно. Ты сейчас полностью мою концепцию разрушил, потому какую? Что обычно ты мне говоришь, ну что сложного это приготовить единственное, борщ? Единственное, что сложно, ну вытащить. А что сложного? Поставил, пока варится бульон, делай что-то другое. Ничего сложного в этом нет. Просто на кухне нужно быть многозадачным. У тебя параллельно может что-то запекаться в духовке, мясо, картошка и так далее. Ты можешь что-то параллельно варить, что-то параллельно резать. Пока варится бульон, тот же говяжий, он варится полтора часа, ты делаешь салат. Мы сейчас берем одну из твоих собак, давай то, что потяжелее. Давай. И сажаем тебе на руки. Давай. То есть одной рукой ты держишь эту собаку. А зачем собаку? Я могу взять тебя на руки, она примерно весит столько же, сколько и ты. 42 килограмма. И при этом тебе нужно делать все то же самое, вот как ты говоришь, быть многозадачным. Угу. Что с тобой стало? Ага.
Усложняем задачу. Подожди, у нас с тобой была прекрасная тема и прекрасное предложение. Взяла детей, вывела на балкон, прикрыла дверку. И все, они гуляют, а ты в это время спокойно. Здесь бульон, здесь мясо запекается, здесь салат. А знаешь, что еще меня бесит? Ну, помимо того, что ты стал бесить немножечко сильнее вот после всех этих комментариев. На самом деле, знаешь, вот я уже много раз так услышал, что у женщин готовка именно превращается в обязанность. И не... Но она готовит вкусно, естественно. Женщины, мамы готовят вкусно, женщины готовят вкусно, это понятное дело. Но для них это рутина. Почему считается, что повар, я сейчас просто заступаюсь за женщин, пожалуйста, и это правда абсолютно, почему лучше повара мужчины? Потому что для него это как творческий акт. Поэтому в ресторане он там разрабатывает блюда, это тоже творческий акт. Потом он готовит одно и то же, но и то не он, а уже там су-шеф и прочее, прочее. А женщина вынуждена, она не только должна после работы делать эту работу, но еще и продумать меню. Я вот только сейчас понял. Ну-ка. Американцы придумали прикольную штуку. Вот в фильмах показывали. Я видел фильм «Хэнкок». Угу. Ну, такой смешной фильм. Вот. И у них блюдо дня. Блюдо не... Ну, короче, у них была... То есть у них среда была, в общем, макарон и тефтелей. Это не работает с детьми, Димка. Все это классная история, но если твой ребенок не хочет сейчас макароны с тефтелями, то ты идешь и готовишь что-то другое, потому что ты не хочешь, чтобы он был голодным. Угу. Дети, они ведь жуткие привереды в этих вопросах. Да. У меня есть одна знакомая, Я рос в 90-е. Которая говорит так: не хочешь есть, вставай за то, что есть, да, вставай за стола, ничего, побудешь голодным. Я вот не так делаю, но честно. У нас примерно так и было, кстати. Я не знаю, насколько. Мне либо заставляли есть через силу бабушка, либо, ну, не хочешь есть, не ешь. Вторая бабушка, кстати. Потом ты как бы проголодался, приходишь, о, хлебушек с маслицем, сахарком сверху, отличная еда. Хлебушку – это всегда вкусно. Нет, а если мы говорим вот реально про тарелку супа, тарелку каши, и вот тебе этого не хочется, заставлять или не заставлять? Ну, нас заставляли. Ты считаешь, что это правильно? Слушай, психологи утверждают, что это категорически нельзя делать. Хорошо, а если ребенку брать и потакать по каждому его требованию, тем более в готовке, он должен понимать, что это труд мамы, что это сделано, во-первых, это время, это труд мамы, это деньги, потраченные на продукт, ему нужно это пояснять. А так, мне кажется, он просто не видит ценности в этом труде. Вот он суп не захотел, окей, я сейчас сделаю тебе, там, не знаю, там форель под этим самым сливочным соусом, понимаешь, и там артишок положу. Ну подожди, но если у тебя ребенок не любит кашу, но любит запеканку, это значит, я ему потакаю, что я готовлю ему запеканку на завтрак? Нет. А что значит потакать в твоем случае? Ну вот, к примеру, он ест суп, но вот сегодня, вот сейчас я суп не хочу, а я хочу там пармезан хочу. Ну там, фу, господи, какой-нибудь там пралинное хочу. Хочу плов. Ну, что в этом плохого? Ну так, ну как бы суп же ты ж ешь, ты же любишь суп, но вот просто сегодня вот я не хочу суп, хочу плов. Мама, готовь мне плов. Вот по первому желанию, я в этом плане. А так ясно дело, что если у него на, в общем, лактозу аллергия, и нет, жри кашу манную, ну, очень странно будет. Если такой опухший ребенок, ну, зачем такие вещи делать? Психологи утверждают, что как раз-таки, когда мы заставляем ребенка есть, доедать еду, что ты обязан это сделать, это мой труд, я готовила, почему ты обесцениваешь то, что я сделала, то таким образом... Человек таким образом травмируется. Хочу рассказать тебе историю про мою подругу. Она варила суп. Была кость. Не супер много мяса было на этой кости. Муж подошел и выбросил кость. Она достала из мусорного ведра, прокипятила ее и съела. Ну, не то чтобы всю кость сгрызла. Кость и мясо, в смысле? Мясо, да. Все съела это мясо. Вот такая странная история, удивительная. Она говорит, что она учится у меня при этом иногда и выбрасывать то, что... Никто не ест, но я наблюдаю за многими людьми, как ты говоришь, там, более взрослые, да, вот у меня свекровь, допустим, никогда не выкинет, я не знаю, не выльет суп, которому там, который еще можно поесть, но вот его никто не хочет есть. Ну, как хорошо, что есть собаки. Поэтому, если что, вдруг Надя будет, слушай, у нас есть собаки. Вот я, моя собака, твоя собака. Но ты доедала или не доедала? Я не доедала. Я не могу. У меня посмотри, могут остаться... тебя заставляли есть, и ты не доедала. Меня не заставляли есть, и я тоже не доедала. Ну, потому что если я буду доедать все за моими детьми, то я просто тут не помещусь в кадр. Я не могу. Несите еще одну стену, чтобы Наденьку разместить. Не-не-не, я могу выбросить продукты, правда. И если вот мне что-то надоело, даже если до этого это было очень вкусно, даже если, блин, я мясоед, даже если это будет мясо, я могу выбросить. Я не могу, вот все, какой-то предел наступает, и до свидания.
Мы столько с тобой обсудили, что нас бесит, но по факту у меня он там список лежит, там несколько страниц. Мы даже и близко его не озвучили весь. Да потому что, честно говоря, ведь у каждого человека где-то может накипеть. Не знаю, в том же магазине, где-то еще что-то. Самое главное, мне кажется, друг к другу относиться с пониманием, понимать, что другой человек тоже может устать. Человек может... Очень смешно это слушать, Дима. Особенно, когда, я помню, тебе звонит, или там звонят из банка, да. или из какой-нибудь клиники предложить да. свои услуги. Боже мой, бедные эти люди, что они выслушивают? Столько терпимости и понимания. Ребята, я хочу рассказать сейчас одну историю, давай. И мы на этом закончим, и мы прощаемся. Короче, у нас украли антистресс. Антистресс – это были вот эти вот спамовские звонки, когда тебе плохо, ты мог на них оторваться. Я либо их разводил очень долго, либо хамил. Ну, честно, и ты прям... Откуда у вас мой номер телефона? Я спрашиваю, кто вам его дал? Это подсудное дело, вы в курсе? Ну, примерно, да. Короче, ребята, сейчас... Это реально звонят записанные голоса с алгоритмами. Здравствуйте, Дмитрий. Это меня Маша. Зовут так-то. Это Маша. Хотите, я вам расскажу? Говорю, нет, не надо. Смотрите. И ты понимаешь, и ты понимаешь, что этот алгоритм повторяется, его можно чуть-чуть сбить, но это они лишили нас возможности нахамить в уши нормальному живому человеку. Я так никогда это не бесит. Делала. Это бесит меня. Верните нам, пожалуйста, спам живых людей. Дайте заработать людям. Пусть сидят они, не знаю, там людям сидящим, как выяснилось, тут очень многие сидят и в тюрьмах там и так далее. Так дайте им заработать, в конце концов. Вы же все равно уже базы телефонов сперли. А ты на Авито размести какое-нибудь объявление о продаже и позвонят тебе из тюрьмы. Да? Очень быстро. Все, ребят, мы на этом прощаемся. Пока. Любим, целуем, обнимаем. А что ты вешала на Авито?